в эфире прогноз погоды от Тульской службы новостей. Здравствуйте, с вами я, Мария Мордвинцева. 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. В Китае с 2010 года отмечается День китайского языка. В Алексине градусник термометра покажет плюс 5, плюс 1. Ефремов плюс 5, плюс 1. Белев плюс 5, плюс 2. А в Новомосковске минус 2, плюс 4. 20 апреля температура в Туле будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов по Цельсию. Преимущественно облачно. Влажность воздуха составит 56-86%. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. В старину считали, что 20 апреля просыпаются русалки и поднимаются из воды на белый свет. Просят у людей холстины, чтобы прикрыть свое нагое тело. На сегодня у меня вся информация. Желаю отличного настроения. С вами была Мария Мордвинцева. Увидимся завтра в это же время.